Добрый день, доброе утро, добрый вечер. Кто смотрит это вечер, уважаемые зрители, с вами вновь Олег Цукерберг. И продолжаем прохождение такой игры, как World of Gone на моем канале Олег Цукерберг. В общем, начнем мы сегодня со второго уровня, потому что вчера мы прошли первый уровень, соответственно, сегодня будет второй уровень. Если вы не забыли, он называется «Улетайте, малыши». Ну, скорее всего, можно предположить, что там будет что-то летающее. Так, система наведения. Так, смотрим. Да, это очень интересный такой уровень. Ну, как интересно, он очень может надолго задержаться. То есть, смотрите, здесь техника какая, передвижение этого шарика. Нам нужно изначально через вот эту зубастую пропасть, или я не знаю, что это такое, его перенести вот сюда, вот этот вот кубик. А после этого поднять его наверх. Подождите. Да, я думаю, что-то я забыл. А, нам нужно его поставить на середину между вот этим вот ртом или что это, пасть, блядь, я не знаю. В общем, сюда его передвинуть, как я уже показал, таким вот образом. Он вот так вот понемногу передвигается. Все равно это может быть незаметно, но он не вокруг себя крутится. Вот, в общем, передвигаем. Так. Так, ну тут вот ориентируемся по вот этому вот росточку, который тут нарисован на заднем плане. То есть где-то там вот середина. Так. И вот так. Давайте посмотрим мы сейчас где. Ну да, вот примерно на середину. Нам нужно добраться вот до сюда. Так, сейчас дайте я вспомню, что тут нужно сделать такого. А, все-таки изначально нужно... посадить все шарики на вот эту конструкцию. То есть ее нужно просто опустить вниз. Так. Сейчас, секунду, мы почти добрались. Так. Ну, я думаю, вот мы где-то уже на месте почти. Еще пару движений. Пару таких движений и... Как видим, здесь опять летают эти, я не знаю, как их назвать, бабочки или что это, блядь, я не в курсе. В общем, все, мы прилетели, и что мы делаем? Мы отрываем шарик и плавно, медленно опускаемся вниз. Ну и второй также, конечно, чтобы до конца. Все, мы посадили все шарики, и можно взлетать. Можно взлетать для того, чтобы нам вновь оказаться на этой середине. Так, сюда. Ну, шариков нам дали на этот раз многовато, что 4 нам зачем? Я понял, 4 нам дали для того, чтобы вес еще держать, потому что шарики, они как бы прибавили вес этой конструкции. Так, ну, по-моему, где-то здесь была середина. Так, нет, еще немного. Так, сейчас бы на шипы упали с вами. Так, еще сюда. Ну вот, я думаю, это золотая середина. И, как мы видим, тут уже наши знакомые... какая-то сопля, короче, будем называть это. Вот, в общем, делаем так. Дорогу вниз из них. Должны же куда-то наши шарики спускаться. Поэтому делаем вот так вот. Ну, у нас, по-моему, тут вообще все идеально просто получилось. Так. Ну, да. Как видим, немного не достает, но это не страшно. Можно лопнуть один шарик, например. А, нет, лопнуть его просто нельзя. Снять. Ну, и как видим, вот они все после этого залетают. 4. Постой. А, 5-6. Так, я же все собрал. И... А, все. Я немного тупанул, да. Не заметил рычаг. Все, спускаем все это вниз. Это то, что у нас осталось от нашей конструкции. Мы забыли опять прочитать эти надписи. Ну ладно, что нам там накурено автор сказал, мы узнаем потом. Это очень важная информация, тем более. Ну, на самом деле, она никакой вообще нагрузки в игру не несет. Я не знаю, зачем это сделали.
наверное, просто как элемент игры. Так, в общем, вот такая жирная точка у нас появилась. Что там и какой там уровень, и как она называется, самое главное, мы узнаем с вами чуть позднее. А на этом вторая часть, да, получается, второго сезона, так скажем, да, игры World of Goo заканчивается. Увидимся с вами позднее, либо вечером, либо завтра будет новый летсплей, поэтому ожидайте, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Олег Цукерберг. Всем пока.